Таурский мост во всей его красе. Наверху развиваются два флага – Великобритании и Англии. То есть можно подняться на башню. Их 9.26, по-моему, его перепутал. Деле вот тут, когда стоишь, ну, проезжают машины, его даже немного потряхивает, это чувствуется. Я нахожусь на самом середине Таурского моста и хочу выполнить одну просьбу, о которой меня просили в Минске на работе. У меня в руках монетка 1 евро, которую мне дали специально, чтобы я ее бросил в Темзу. Это тоже берег Темзы. Красивый вид.